Всем привет, друзья! Прошлое видео, смотрю, вам зашло. Я попросил вас накидать каких-нибудь вариантов, что нам следующее засунуть в ацетон. И ваши предложения, мягко говоря, меня завели в тупик. Так вот, сегодня у нас будет не одна вещь, а несколько. Это будет у нас вилка от доширака. Не знаю, нахрена вам знать, что сделает ацетон с вилкой от доширака, но вот. Следующий у нас будет старая сбербанковская, старая кредитная карта, короче. Привет, Вячеслав. Попробуем ее засунуть. Хотя, я думаю, вы что-нибудь из техники захотите, там, не знаю, зарядник от телефона. Ну, и напоследок, миньончик. Нет, миньончика, наверное, я оставлю. Вот, будет Машка. Никогда ее не любил. Ну что, кол. Открываем. Первая у нас идет вилка. Так. Теперь банковская карта. Бульк. Закрываю вилку. Ну и Машка кролем. Не успели мы засунуть наших товарищей, как карта начала уже разрушаться. Вилка пока держится. Машка нас рада очень видеть. А вот карточка поплыла прямо на глазах. Вот это бы, конечно, можно было поставить на таймлапс. Вау. Что-то ее прям жестко начал кусать. Машки у вас упал. Десять минут спустя. Там еще кусок сотового откуда-то взялся. Машка, что с тобой? Тебе кто-то вилкой раз, видимо, заехал. Полчаса спустя. Машка у нас состариться успела. Карточка сбросила всю свою пленку, обнажив синий цвет. А зеркальный цвет остался. Вилка от дошика до сих пор держится. Дошик пока рулит. Кто любит красный дошик, ставьте лайк. Ну, Машку размотала жизнь, конечно. Спустя 2 часа Машка начала уже в кого-то мутировать. Пипец крипово, один глаз смотрит на нас. Так, карта тоже начала синее что-то там отслаиваться у нее. Ее тоже начинает грызти помаленьку. А вилка доширака держится. Не знаю, из чего ее делают. Наверное, надо предложить этот материал в космическом производстве. Золотое, то есть или серебряное покрытие еще не отстало. Но Машка пипец страшная. Как теперь спать с этим? Да. Прошли сутки, и Машенька мутировала какую-то желешку. Этот глаз... Можно в хоррор-фильмы снимать. Причем только башка, остальное вроде все целое. Свят. Их самый раз где-нибудь в Думе сниматься. Карточка синяя у нас по-прежнему
Мать честная, это что за водоросли выросли? Так, вилка, вилка, дошик, ты что? Ты из адамантии сделанный. Я, если честно, боюсь даже эту банку открывать. Вдруг она сейчас выскочит и покусает меня, а потом захватит мир. Ну что, придется открыть. Да, неожиданный результат. Очень интересно, теперь из чего сделана банковская карта. Ну-ка, давайте попробуем ее первую достать. Сразу не поймешь, что это когда-то было платежным средством. О, блестяшка осталась. Это знаете, как на что похоже? На по-корейски это самое делают. Но если бы не цвет, конечно. На спажу по-корейски. О, смотрите, я золото нашел. Вот как уйдет отсюда. Он там блестит, видите? Ё-моё, я богач! А, это надо бесконтактная оплата. Сейчас я маленечко ее раздербаню, посмотрим, как все это дело устроено. Сейчас попытался пальцами помочь, но это такое противное дело, оно все склизкое, холодное, как будто я, блин, осьминога мацаю. Ну вот, в принципе, что-то есть. Такая проволочка. Отдай, отдай. Видимо, которая и работает на бесконтактную. Тут еще какая-то спиралька. А, это вот все есть. Пацаны, добывая медь из старых карточек. Вот такой контур идет. Когда подносишь аппарат, в нем возникает лесопедрический ток. И карта реагирует. А где сам чип? Слушай, я что-то ничего не вижу. Ну, получается, здесь был. А, еще какая-то железка есть. Это металлическая. Блин, как интересно-то. Ну, здесь же вроде была бесконтактная фигня. Я что-то больше здесь ничего не могу найти. Короче, здесь еще какая-то железяка есть. Вот тут. Ладно, я думал, Машка нас удивит. Ну, банковская карта прям очень. Так, что, давайте нырнем. А вот наш победитель сегодняшний. Мало того, что он не рассыпался, смотрите, он еще и форму держит, как будто и пофигу. Из чего их делают? Сотовые телефоны не выдержали, а какая-то стрёмная одноразовая вилка выдержала сутки в ацетоне. Охренеть! Прикиньте. Да, такие результаты, конечно, я не ожидал. Доставим последнего лохмотья от карты. А тут прям ловить нечего. Это все рвется. Так, давайте попробуем Машку достать. Свет, свет, свет. У Машки резко уменьшился объем мозга. Но вот этот пластик, он тоже выглядит вполне целым. Блин, а я думал, они монолитные. Ну, короче, Машку уже башку бесполезно, скатить карту. Это все превратилось в такой мусс. Что-то написано. Вот такую фигню тут превратилась. А, вон отпечаток башки остался. Уии! Кто бы выпил, ставьте квайки. Квайки ставьте. Ладно, вот такой прикольный у нас видос получился. Это вот узнаваемый уже старый телефон. Прям идеально, он пластмассу в нем съел. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, предлагайте, что нам замутить в следующий раз в ацетоне. Только не надо предлагать растворить айфоны и деньги. У меня их и так нету. Точнее, вообще нету. Ну, на этом с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем пока.